следующем году отмечается 75 лет победы над фашизмом во Второй мировой войне. Мы в России придаем большое значение сохранению памяти и исторической правды об этом величайшем и трагическом событии XX века. Планируем, в том числе совместно с партнерами по Содружеству независимых государств, организовать масштабную программу торжественных мероприятий и предлагаем всем представленным здесь государствам принять участие в этой работе, к которой мог бы подключиться и молодежный совет ШОС. Думаю, что для молодых людей это будет крайне полезно. Будем рады видеть вас, уважаемые коллеги, в ходе этих мероприятий, в том числе и во время празднования юбилея Победы в Москве.